Друзья, рада всех приветствовать на презентации Acrono Open Network. Итак, сегодня криптовалюты, то есть цифровые валюты, такие как биткоин, эфириум, латкоин, даш, монера и другие, являются практическим доказательством успешной работы блокчейн-систем. Их изучают крупнейшие банки, бизнес-корпорации, а новая финансовая индустрия FinTechs и вовсе называет блокчейн самой величайшей технологией современности. И мы решили не стоять в стороне, наблюдая за переменами, а внести свой вклад в развитие этого уникального произведения криптографического искусства. Что же такое блокчейн вообще? Блокчейн в дословном переводе означает цепочка блоков. Это база данных, которая хранится одновременно на множестве компьютеров. Например, вы ведете дневник и ежедневно записываете все события вашей жизни. Возможно, вы совершили какую-то сделку у нотариуса, и это хранится в нотариальной конторе. Или это все хранится в цепочке блоков. В дневнике можно исправить запись, вырвать страничку. Сделку, заверенную у нотариуса, можно оспорить. Изменить запись цепочки блоков нельзя. Это невозможно. О какой же новой модели общества у нас речь? Все четко знают, что весь мир – это централизованная система, и финансы тоже. Поговорим о финансах. Централизованная финансовая система – это банковская система платежей, Visa, MasterCard, это контроль всех платежей, это когда международные денежные переводы иногда могут занимать несколько дней, ведь банку необходимо время на проверку информации. Это существенные комиссионные, которые банки берут за свое посредничество и так далее. А знаете ли вы, что сегодня уже есть децентрализованная финансовая система? Децентрализованная финансовая система – это блокчейн, который выполняет по сути те же функции, за которые всегда отвечали и пока еще отвечают традиционные финансовые учреждения. Блокчейн – это быстрее, дешевле и безопаснее. И несмотря на это, для широкой аудитории это все-таки сложно. Почему? Потому что блокчейн только начинает свою эволюцию и в текущей версии еще слишком слаб для конкуренции с транснациональными гигантами. Пропускная способность блокчейн биткоин позволяет совершать не более 7 транзакций в секунду, эфириум – 15 транзакций в секунду. Платежные системы Visa, MasterCard, несмотря на отсутствие блочной цепи, способны обрабатывать более 20 тысяч транзакций в секунду. А начинающие пользователи интернета испытывают сложности при работе с криптовалютами. У многих возникают проблемы при выполнении самых простых действий, таких как регистрация кошелька или проведение транзакций. Да и рынок товаров и услуг, которые можно купить, продать за криптовалюту, достаточно ограничен. Мы пока еще не можем широко использовать криптовалюту в своей жизни и покупать товары первой необходимости. Например, ту же булку хлеба. И несмотря ни на что, технология блокчейн набирает свою популярность. И остановить этот процесс уже невозможно. Сегодня в мире насчитывается более 4000 криптоматов, в подавляющем большинстве из которых есть возможность покупки биткоина. Многие устройства поддерживают и другие криптовалюты. Аналитическая фирма Market Sun Markets опубликовала результаты исследования рынка криптовалютных банкоматов. По мнению исследователей, средний рост рынка составит 54,7% ежегодно и к 2023 году достигнет отметки 144,5 миллионов. И это неудивительно, ведь каких-то 20 лет назад многие даже не понимали и не знали, как пользоваться банковскими картами. Многие до сих пор используют только наличные деньги. Быстро пишется, да не быстро делается. Когда-то писатель-фантаст Жюль Верн в 19 веке рассказал нам о красотах подводного мира, капитане Немо и его подводной лодке Наутилус. Характеристики и возможности Наутилуса выглядели совершенно невероятными. Комфортабельная, как океанский лайнер, прекрасно приспособленная для длительных экспедиций подводная лодка с глубиной погружения, которая исчислялась километрами, и предельной скоростью в 50 узлов. Фантастика! Да,
Фантастика. Причем до сих пор даже атомные субмарины 21 века не способны соперничать в скорости с Наутилусом и повторять те маневры, которые он проделывал играючи. Дерзкий поход Наутилуса подо льдами Южного полюса стал частичной реальностью лишь во второй половине 20 века с появлением новых технологий, в частности атомной энергетики. И первую в мире атомную подводную лодку, прошедшую подо льдами только Северного полюса, символично окрестили Наутилусом. Трудно сказать, сколько времени нужно, чтобы все перешли на технологию блокчейн и на криптовалюты. Возможно, это время наших внуков и правнуков, возможно, детей. Век квантовой физики и космических скоростей, кто знает, может быть, мы с вами застанем то время, когда ту же булку хлеба можно будет купить в обычном магазине за криптовалюту. Итак, с небольшим лирическим отступлением мы с вами плавно подошли к Acrona Blockchain и нашей монете Acrona Open Network, сокращенно AON. Концепция Acrona была создана в 2017 году. В ее основе лежит решение глобальной проблемы защиты прав человека, свободного самовыражения и конфиденциальности личных данных. Acrona открывает неограниченные возможности для объединения профессиональных сообществ, взаимодействующих посредством децентрализованной экономической модели. Acrona – это лучшие качества ведущих криптовалют в одном инструменте. Acrona предназначена для реализации блокчейн-приложений и создания обширного комьюнити – сообщества монеты. Комьюнити – это группа людей с близкими интересами, которые общаются через интернет друг с другом, например, стартап BigSup. Мы предлагаем свое видение инновационной экосистемы, способной удовлетворить потребности миллионов пользователей по всему миру. И миссия Acrona Open Network составляет 21 миллион. Почему же все-таки Acrona Open Network, сокращенно AON? Это Proof of Stake криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная на ядре Next, выполняющая функцию децентрализованной платежной системы. AON – это наша с вами безопасность, собственный блокчейн. AON – ликвидная монета, а это значит, вы сможете в любой момент обменять Acrona на ту валюту, которая вам нужна. И еще технология постмайнинг. Главное условие этой технологии – это положительный баланс вашего кошелька, за счет чего и добывается монета, а вы получаете награду. Acrona Open Network предусматривает различные способы для использования внутри систем, внутри сети, а также в проектах, интегрированных в экосистему. Это современное платежное средство, покупка и продажа товаров за криптовалюту AON, оплата услуг в проектах, реализованных на платформе Acrona Blockchain. Это интеграция платежного средства AON в собственный бизнес. Это комиссия, выплачиваемая узлом AON-валидатором за обработку транзакций. Это голосование, необходимое для поддержания или противодействия изменения параметров протокола. Планируемый прирост аудитории к концу 2022 года за счет роста и развития экосистемы – это более 2 миллионов активных пользователей сети Acrona. Acrona предусматривает возможность добычи монет при помощи майнинга. Майнинг – это процесс добычи новых монет участникам, валидаторам сети. Вознаграждение начисляется системой за счет поддержания работоспособности сети посредством подтверждения транзакций. На сегодняшний день существует два вида майнинга. Это Proof of Work майнинг, сокращенно POF, и Proof of Stake майнинг, сокращенно POS. Что же такое POV майнинг? В дословном переводе – доказательство работы. POV майнинг – это целые фермы с дорогостоящим оборудованием и большими тратами технического обслуживания и аренды помещения. POV майнинг – это когда на расшифровку кодов у майнеров уходит очень много времени, электроэнергии и большие финансовые вложения. Хотя многие этим промышляли ранее, возможно, кто-то продолжает добывать монеты таким способом сегодня, мало кто на сегодняшний день может себе это позволить, разве что в производственных масштабах в Китае, в Белоруссии и в других странах, где относительно дешевая электроэнергия.
Второй тип майнинга – это технология POS, в дословном переводе доказательства доли. Это умная генерация цифровых активов. POS-майнинг появился в 2011 году как альтернатива PoV-майнингу. Для POS-майнинга совсем не нужно приобретать дорогостоящее оборудование, затрачивать огромные киловатты электроэнергии, вкладывать финансы в обслуживание инфраструктуры. Вполне достаточно иметь положительный баланс монет на своем кошельке. И тем самым создатели блока показывают свою активность, показывают, что у них есть доля этих монет. И чем больше монет на балансе кошелька, тем больше награда владельца кошелька. Добывать монеты по технологии POS-майнинг в разы проще. Подойдет абсолютно любое устройство и даже обычный смартфон. И совсем не обязательно находиться онлайн. Вы можете быть где угодно. И это очень удобно для людей, занятых на Земле. Технология POS-майнинг – это новая ступень эволюции блокчейн. В отличие от POV-майнинга, POS-майнинг – это еще и коллективная модель развития бизнеса, которая позволяет иметь дополнительный коэффициент прибыли для активных партнеров, инвесторов. Акрономайнинг – это облачный сервис для добычи монет на базе алгоритмов POS-майнинг. Это высокий доход более 25% в месяц. Это мгновенные начисления, и каждый инвестор может наблюдать за своими начислениями в режиме реального времени, каждую секунду, и многие участники уже в этом убедились. Вы всегда сможете на все 100% контролировать свои средства без передачи в доверительное управление третьим лицам, и этот момент очень важен. Все, что необходимо сделать, это разместить монеты на балансе вашего кошелька Акрономайнинг от 10 акрон и выше. Весь процесс добычи акрон выполняется внутри вашего личного кошелька. Вы и только вы сами являетесь полноправными владельцами своих средств. Вы и только вы можете контролировать свой баланс круглосуточно и совершать транзакции в любое время. Что же нужно сделать, чтобы стать инвестором в Акрономайнинг? Все очень просто. Сделать всего лишь три простых шага. Первое. Нужно нажать кнопку «Создать» или «Открыть кошелек» на официальном сайте Акрона Блокчейн. Пополни свой баланс в Акрономайнинг от 10 акрон и выше. И как только баланс кошелька пополнился, у вас появился шанс наслаждаться автоматическим процессом заработка и получать прибыль. И помните, чем больше монет на вашем балансе, тем больше процент вознаграждения. Эффективность POS-майнинга в Акрономайнинг зависит от трех составляющих. Первое. От количества монет на балансе вашего кошелька. Второе. От суммарного объема монет вашей ноды под вашим кошельком. Третье. От срока работы монет вашего кошелька. А сейчас давайте мы вместе разберем эти проценты и коэффициенты. На данном слайде вы видите таблицу и процентов, и соотношение коэффициентов, из которых будет слагаться, так сказать, итоговый процент. Почему я так говорю? Потому что многие проценты и коэффициенты в процессе майнинга меняются в большую сторону. И каждый инвестор в этом убедится сам, а многие уже убедились. Первый столбик – это у нас количество монет на балансе вашего кошелька и проценты. Второй столбик – это суммарный объем монет в ноде под вашим кошельком и снова коэффициенты. И третий столбик – это продолжительность по времени работы ваших монет и опять коэффициенты. А теперь давайте мы вместе разберем три примера. Минимальный порог в Акрономайнинг это 10 акрон, а мы с вами давайте рассмотрим процент при балансе, допустим, 50 акрон и вы начинающий инвестор. 50 акрон – это первая строчка от 10 до 49 монет, и процент у нас, гарантированный процент, 7,73. Мы умножаем на коэффициент объема монет в ноде под вашим кошельком, потому что ваши монеты участвуют в этом объеме, и об этом чуточку позже. Это коэффициент 1,01.
и умножаем на коэффициент времени. Поскольку вы начинающий инвестор, у вас пока коэффициент 1. Умножив 7,73 на 1,01 и на 1, мы получаем в итоге процент 7,8%. 50 монет на балансе, гарантированные 7,8%, это в месяц делает 3,9 акрон. А теперь, друзья, давайте мы с вами рассмотрим другой пример. Вы продвинутый инвестор, и у вас на балансе, допустим, 500 монет. Гарантированный процент при этом 10,12. И, допустим, суммарный объем монет в ноде под вашим кошельком уже более 50 тысяч. И мы возьмем коэффициент 1,32. И ваши монеты уже отработали более 4 месяцев. Коэффициент у нас 1,09. Что мы получаем? 10,12 умножив на коэффициент 1,32 и умножив на 1,09, мы получаем в итоге 14,56%. Это в месяц делает 72,8 акрон. Я думаю, это очень хорошо. Допустим, вы вообще инвестор-профессионал. И ваши монеты отработали уже целый год. И у вас уже гарантированный процент 1,36. Объем монет в ноде под вашим кошельком более 500 тысяч. И коэффициент 1,46. И на балансе у вас более 5000 монет. Гарантированный процент 12,98. И умножив эти проценты и коэффициенты, мы в итоге получаем заветные 25,77%. И если мы 5000 умножим на 25,77%, в месяц мы получим 1288 акрон. Если переведем по курсу доллара, это примерно... Вот тут примерно, потому что все зависит от курса доллара, это примерно 6854 доллара. Согласитесь, это очень хороший и внушительный доход, а ведь это только начало. И каждому из вас есть куда расти и к чему стремиться. На самом деле, все это делать вручную никому не нужно. Калькулятор доходности есть в кабинете каждого инвестора. Его сделали наши программисты. И каждый инвестор может посчитать свой доход в режиме реального времени. Калькулятор доходности будет также на официальном сайте Acrona Blockchain. Вы сможете точно рассчитать свой доход в течение нескольких месяцев, года с реинвестом и без. И какие параметры будут у каждого инвестора, какие это будут проценты и коэффициенты, это будет знать только сам инвестор. Коллективная модель бизнеса в Acrona Mining говорит о том, что мы можем получать дополнительную прибыль за счет объема средств инвесторов, участвующих в Acrona Mining. Это взаимодействие происходит на бесконечное количество глубину. У каждого инвестора есть выбор. Или он майнит в одиночку, или он майнит в ноде. Каждый инвестор может получать дополнительную прибыль за счет суммарного объема ноды под его кошельком. И для этого нужно либо стать владельцем собственной ноды, либо присоединиться к любой частной ноде. Нода – это персональная верифицированная площадка, размещенная на блокчейн, которая открывает дополнительные возможности как владельцу ноды, так и всему составу валидаторов в виде дополнительного коэффициента вознаграждения. Что же нужно сделать для масштабирования своего бизнеса и получать дополнительный коэффициент прибыли? Чтобы получать дополнительный коэффициент прибыли за счет суммарного объема ноды под своим кошельком, необходимо, повторю еще раз, либо приобрести личную ноду, либо присоединиться к уже существующим частным нодам. На сегодняшний день у нас уже 4 ноды, и это очень радует. После покупки ноды за каждым инвестором закрепляется право на ее пожизненное владение. Стоимость ноды 1000 акрон.
И эта сумма также участвует в процессе майнинга и приносит доход владельцу ноды. Для владельцев ноды в личном кабинете предусмотрен дополнительный функционал. Это расширенная статистика и удобное управление. Что же такое суммарный объем ноды под вашим кошельком? И как он формируется? И почему выгодно быть в ноде? Итак, в суммарном объеме монет в вашей ноде под вашим кошельком, который приносит дополнительный коэффициент прибыли, участвуют: первое – баланс вашего личного кошелька, и второе – баланс кошелька каждого последующего инвестора, который присоединился в вашу ноду. И на данном слайде это наглядно показано. И если вы не приобрели личную ноду, которую нужно развивать, очень выгодно быть в любой частной ноде. А что же такое Acrona блокчейн? Acrona блокчейн – это распределенный реестр, который представляет из себя улучшенную версию блокчейн на базе облачной инфраструктуры. Основные преимущества – это наша сеть работает на базе алгоритма Proof of Stake. Ее безопасность обуславливается положительным балансом Acrona на кошельках майнеров, которые заинтересованы в долгосрочном качественном росте системы. Эта облачная инфраструктура позволяет AON сосредоточить вычислительную мощность своих узлов на обработке сделки по следующим повышениям скорости и эффективности. Это надежный механизм восстановления, который экономит системные ресурсы, а также гарантирует безопасность транзакций из-за несвязанных ошибок. Это гибкая блокчейн-архитектура, легко позволяющаяся с любым, даже самым высокими нагрузками на сеть. Это высокая пропускная способность. Насколько высокая, в этом вы убедитесь сами. Это прозрачность работы. Это комьюнити с сообществом любителей Acrona. Acrona Ecosystem – это крупнейшая сеть цифрового контента и физических товаров. Все проекты объединены в одной платформе, которая поддерживается сообществом. Задача платформы заключается в объединении обширного комьюнити, взаимодействующих посредством децентрализованной криптовалюты AON. Существует много компаний, которые нуждаются в улучшении систематизации данных. Это аренда, транспортные услуги, доставка, бронирование и другие направления, основанные на логистике. Acrona Ecosystem позволяет интегрировать в бизнес современный блокчейн-инструмент для передачи информации и выполнения платежных функций. Партнеры могут участвовать в краудфандинге, в создании новых компаний и стартапов, поддерживать полезный контент и получать и при этом систему выгодных бонусов. Это способ всестороннего развития для каждого человека и приобретения ценных навыков. Мы предлагаем вам готовые решения для справедливого обмена ценностями. И самое главное, никакая третья сторона не может помешать навязать вам свои услуги или заблокировать плоды вашего труда. Важным условием для развития экосистемы приложений является правильный механизм интеграции и взаимодействия с разработчиками. Необходимо выйти на тот уровень, когда сеть функционирует и развивается автономно за счет увеличения активных пользователей-любителей Acrona. Двигатель Acrona Ecosystem – это пользователи платформы, активно участвующие в ее развитии. Участники экосистемы – это не только обычные люди, но и поставщики, сервисы, приложения и другие агенты. Они формируют сети, создают спрос и предложения, задают правильный ритм, а также стимулируют экосистему непрерывно эволюционировать. Мы высоко ценим любую инициативу и всегда открыты к диалогу с комьюнити, сообществами любителей Acrona для глобального улучшения всей системы. Платформа Acrona содержит комплекс модулей для интеграции и использования партнерскими проектами экосистемы. Это Acrona Wallet – кошелек для работы с криптовалютой AON. Acrona Professional – создание профессиональной сети комьюнити с возможностью автоматизированного аутосорсинга.
Аутсорсинг – это процесс передачи компании части производственных или бизнес-процессов другой компании, являющейся экспертом в данной области. Ну, например, или бухгалтерский отчет вы делаете сами, или вы это заключаете договор, и вам этот отчет делает специализированная компания. Крономаркетинг – это модуль для сетевых компаний с возможностью реализации современных моделей линейного и матричного маркетинга, например, компания BigSub. А Кроногеймс – модуль, позволяющий интегрировать платежную систему Акроны в онлайн-игры и другие развлекательные проекты, например, проект Project X. По мере роста платформы Акрона список ее модулей будет дополняться. Модули предусмотрены для интеграции в сторонние приложения, объединяющие два принципиально разных мира – централизованный и децентрализованный. Наши разработчики могут изготовить проект любому желающему создать свой бизнес. Более подробно о наших модулях вы можете прочитать white paper. Миссия Акроны, как я говорила чуточку выше, это 21 миллион выпущенных монет. И распределены они следующим образом. 420 тысяч монет – это первичное распределение на момент релиза Акрона блокчейн. 840 тысяч монет – это объем, зарезервированный для вознаграждения в процессе развития сети. 10 миллионов 920 тысяч монет – это объем, предназначенный для добычи валидаторами сети посредством Акрона Майнинг. Средства зарезервированы в блокчейне, в Genesis блоке. 8 миллионов 820 тысяч монет – это резерв, предназначенный для создания стратегических партнерств и развития экосистемы. После релиза Акрона блокчейн цена первого размещенного АОН будет составлять около 5-5,5, ну может быть 6 долларов. А каждый последующий размещенный АОН будет дороже предыдущего. В результате размещения цена Акроны всегда будет выше той, которую заплатил любой из существующих покупателей. Данная стратегия позволит рынку определять наиболее справедливую цену и объем реализации Акрон. Более подробную информацию и формулу, по которой будет генерироваться стоимость каждой последующей монеты, вы можете ознакомиться в white paper. Весь объем распределенных монет, о котором я говорила только что на предыдущем слайде, будет зафиксирован на 4 системных кошельках. Они имеют публичную статистику, которая отслеживается с помощью Акрона Blockchain Explorer. Доступ к этим кошелькам закрыт даже для разработчиков, а управление происходит системно посредством Акрона Blockchain. Акрона Blockchain Explorer – это та платформа, где каждый пользователь сможет отследить движение всех монет АОН. Это читабельный учет и статистика всех существующих транзакций в сети. Мы приглашаем всех стать частью динамично растущего рынка и приобрести Акроны по выгодным условиям. Бонусная программа ограничена и предусматривает три вида бонуса. Первый бонус – бонус по времени. В течение 4 квартала 2018 года 10%, и мы его уже получили. 5% в течение второго квартала, который уменьшается с каждым днем. 3% в течение третьего квартала 2019 года, который также уменьшается. И 2% в течение четвертого квартала 2019 года, который также будет уменьшаться с каждым днем. Как видите, покупать АОН на старте очень выгодно. Второй бонус – бонус за объем сделки. Если вы приобрели от 5 до 10 тысяч монет, вы получаете плюс 2% купленным монетам. Если вы приобрели от 10 до 100 тысяч монет Акрон, вы получаете плюс 3%. Если вы приобрели более 100 тысяч Акрон, вы получаете плюс 5%. Чем больше объем совершаемой сделки, тем больше процентов вы получаете добавку купленным вами монет. И третий бонус – это
Бонусная программа за объем монет, привлеченных в ноду. Эта программа только для владельцев нод. Уважаемые владельцы нод, если у вас есть интересная идея, мы готовы предоставить свои ресурсы для ее профессиональной реализации. Сформируйте необходимый объем акрон в вашей ноде, и мы воплотим в жизнь ваш проект в рамках индивидуального сотрудничества. Он станет частью платформы Акрона и откроет новые возможности для глобального развития. Данный бонус действует в рамках программы раннего доступа до третьего квартала 2019 года и предусматривает покупку монет на официальном сайте, а он купленные через обменники, биржи или через партнеров не принимают участие в учете бонуса. Если объем вашей ноды достиг от 50 тысяч акрон, это 50% бартер на разработку собственного проекта в рамках платформы Акрона Блокчейн с учетом всех пожеланий руководителя ноды. Если объем вашей ноды достиг 100 тысяч акрон, это 100% бартер на разработку собственного проекта в рамках платформы Акрона Блокчейн с учетом всех пожеланий руководителя ноды. Если объем вашей ноды достиг 500 тысяч акрон, это 50% VIP-бартер на создание эксклюзивного блокчейн-проекта любой сложности. Полное сотрудничество на всех этапах реализации. Если объем вашей ноды достиг 1 миллиона акрон, это 100% VIP-бартер на создание эксклюзивного блокчейн-проекта любой сложности и полное сотрудничество на всех этапах ее реализации. Финальная версия архитектуры Акрона будет размещена на GitHub как OpenSearch, проект с публичным доступом для всех участников. После этого технология Акрона будет развиваться самостоятельно за счет роста экосистемы. Децентрализованная блокчейн-площадка должна находиться в руках открытого сообщества. Это главный принцип существования бренда Акрона. Частные пользователи интернета могут зарабатывать на нашей платформе путем облачного постмайнинга на полном пассиве. У нас замечательные предложения для владельцев нод. Многие используют то, что есть, а кто-то уже создал свой бизнес на платформе Акрона Блокчейн. Это компания BigSub, партнеры которой будут дополнительно зарабатывать в Акрона Майнинг. Любой предприниматель, имеющий свой бизнес в интернете или на земле, может перевести, интегрировать свой бизнес с централизованной финансовой системы на децентрализованную финансовую модель Акрона Open Network, применив технологию Акрона Блокчейн, и получить платежную систему с необходимыми модулями, о которых я говорила чуточку выше. Для этого необходимо обратиться в техподдержку, и с вами свяжутся для дальнейшей совместной деятельности. Любой пользователь интернета, желающий воплотить свою мечту и создать свой бизнес на платформе Акрона Блокчейн, также может написать техподдержку, и с ним обязательно свяжутся. Главная миссия Акрона Open Network – объединить глобальное сообщество активных пользователей по всему миру с помощью децентрализованного платежного средства. Участники смогут оплачивать за криптовалюту Акрона счета, приобретать, арендовать недвижимость, автомобили, технику, путешествовать и совершать покупки любых других товаров с выгодным дисконтом. И кто знает, может быть, именно за криптовалюту АОН мы купим с вами свою первую булку хлеба. Вот такие удивительные и прекрасные возможности представляет нам Акрона Блокчейн, Акрона Open Network, Акрона Открытая Сеть. Мы приглашаем вас стать частью экономики, способной удовлетворить потребности миллионов людей по всему миру. Добро пожаловать в мир новых технологий, в мир новых возможностей.